Блядь. Нет! Урод, ну что ты наделал? Ох, красиво как получилось, ё-моё! Вот это видишь! Которая будет обеспечивать сохранность и заработать самым лучшим из всех текущих рынков. Раньше были сейчас является недвижимость, которая даже в кризисные годы больше, чем на 10-15% падает. Ну, в России... Стали говорить. А знаешь, что говорили? Трындеть, а помогать. Это общество. Чего вы с Наташкой побили эту Кристину Золотухину? Телефоном, который вот старый. Ага.
только не выебывайся, а то сейчас, блядь, пизды получишь и пойдешь пешком, нахуй. Ну посигналил, да и нихуя, нахуй ты выебываешься. Ну я тебя видел, я знаю, что я не прав. Я не спорю, но ты не... Ну это не значит, чтобы выебываться, понял, да? Нет, блядь, а чё ты, блядь, прокурор, что ли, блядь? Слышишь ты? А тебе-то чё, блядь? Ты чё, дорога, блядь, от чего? Да ты свою дорогу построй и езди, блядь, слышишь ты? На людей кидаешься, нахуй. Сейчас пешком, блядь, пойдёшь, слышишь ты, блядь? Депутат, что ли, или чё, блядь? Слышишь ты? Ты просто с людьми по-людски общайся, а не по-близки, ну. Ну, блядь, я с ними рамсую про это, блядь, чтобы встать, нахуй. А тут ты лезешь, блядь. Ты чё, авторитет какой-то или чё, блядь? Да мне, ну, ты нахуй не знаешь, чё, номера не вижу, что ли? Да ты сейчас своих найдёшь, блядь, слышишь ты, нахуй? На братву, блядь, кида, ты охуели, что ли, вообще, блядь, или чё? Блядь, пиздец, нахуй, ёбаный рот, блядь.